Ну что, друзья, Brawl Stars, пока вы все ждете релиза, я хочу вам выпускать периодически ролики с обзором разных персонажей, с моими онлайн-катками. Вообще, когда выйдет релиз, я однозначно создам новый аккаунт Твинка и буду развиваться вместе с вами. А подкупки на стримах, в общем, все рассказывать, показывать с нуля. Ну а пока у меня на основе 5-100 кубков, это ни много, ни мало, не знаю, я просто играю. Вот, и я хотел бы сегодня на обзор взять Спайка. Спайк — это легендарная карта, вообще всего здесь две леги, это Кроу и Спайк. Я считаю Спайка, если не лучшим, то одним из лучших персонажей в этой игре. Он универсален для любых режимов, для любой карты, как для ближников, так и для дальников. Если руки не из жопы, Спайком играть очень круто. И, блин, это реально сейчас на данный момент это один из моих любимых персонажей. Если зайти в мой профиль, можно увидеть, что у меня больше всего кубков на Спайке, 370 кубков. Вот, максимальный ранг в этой игре — это 20 ранг. На данный момент у меня 17. То есть еще 3 ранга, и у меня максимальный ранг. Я хочу это сделать именно на нем и снимать видосы, там, рубрику такую сделать, апу и Спайка на 500 кубков. Я думаю, что в скором времени я это сделаю. Сейчас я вам покажу онлайн-каточки свои, поехали в бой. Немножечко поиграем. Вот, и может какие-то интересные моменты будут, я вам акцентирую на них внимание. Просто многие говорят: ой, Brawl Stars — это не Clash Royale, тут не нужна тактика, никакая стратегия, здесь нету никакой стратегии, здесь никакой скилл не нужен, бегаешь, стреляешь себе, да и все. Нет, это не так. На низких кубках, безусловно, бегаешь, стреляешь, вот. А на высоких кубках тут много факторов, которые влияют на победу. Правильно занять позицию, правильно затимиться, хорошо минсовать. Много-много тут интересных моментов, которые реально вас заинтересуют. Я на самом деле против тиминга, я считаю, что это такая хитрость игроков, которую они сами и придумали. То есть тиминг — это... Ну, я неоднократно говорил, потом уже при релизе еще раз всем... расскажу. Тихо. Это когда ты играешь... когда играют каждый сам... Блять. Также запомните, ребята. Вас от Brawl Stars будет не меньше бобить, чем от Clash Royale. Потому что вот тот же самый тиминг, он... тоже раздражает. Вот иногда просто вот 4 игрока выбирают себе цель и тупо вчетвером тебя колбасят. Это неприятно, из-за этого ты кубки сливаешь. Вот меня только что, блин, зажали реально как крысу в клетке. Справа был один персонаж, слева был другой. Бля, все, я тупо никуда не мог деться, и ни один из них не тимился со мной. В такие ситуации лучше не заходить. То есть иногда даже лучше бегать с нулем банок. Ну, кто не в курсе, в этом режиме чем больше банок, тем ты мощнее. Вот лучше иногда бегать с нулем банок, но ты будешь менее привлекать к себе внимание, тебя не будут хотеть слить первым. Вот, в первую очередь сливают ближников, ну, смотря на какой карте, естественно. Вот, и у кого больше всего банок. Так, сейчас попробуем Джесси убить. О, вот сейчас Джесси не в неудобном положении. Сейчас тюрельку она поставит свою. Ну я нахрен, я лучше отойду от нее, возьму баночку, так будет более надежней. Так, Поко, сейчас Поко я прикончу сходу, если он еще раз подойдет. Можно Мортиса попробовать. Так, давайте. Нет, на самом деле пиратку лучше не злить. Я вот всех их только что дамажил, а теперь затимился. Так. Мне надо сейчас, блин, еще много персонажей. Блин, вот эта мортира, она поставила зря. Мортира мне не нравится. Так, все, мортиры нет. Пиратки сложно тимиться, то есть мортиру не поставишь. Тихо, 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 тихо. Поко, не вздумай. Только захочешь меня закрысить, я тебя просто ваншотну сходу. Он это понимает. Если бы у него было больше банок, он бы меня, скорее всего, закрысил. Я не стану этого делать. Я не люблю крысить. Но если вот иногда, знаете, включается такое правило, либо ты, либо тебя, вот тогда уже, да, тогда уже... Тихо. 7 банок у Джесси. Это пипец как много. Так. Ну все, топ-2 уже мне обеспечено, но постараюсь топ-1. Топ-1, замечательно. Плюс 7 кубков, зашибись. Ну давайте последнюю каточку, хотя какую последнюю? Лол, это первая катка или... Блин, просто понимаете, я уже сбился, я, наверное, дубль 3 или 4 записываю. Просто до видоса
каточки, заглядения были просто, ну там, ну очень такие четкие моменты, где на лоу хп, там бац-бац и затащил. Подрубаю видос, минус 2, минус 6, еще что-то, короче, то крысы, то какая-то лажа другая. Вот, поэтому, блин, хочется записать интересные для вас атаки, а не просто что попало. Вот смотрите, вот сейчас мы затимились, да? Я помогу ему убить сундук и отдам ему добычу. Тем самым мы закрепим дружбу, да? Я такой поделился с ним, и все, и мы такие уже друзья с ним. Вот, не крысьте никогда. Чем больше вы будете себе хапать, тем быстрее вы поплатитесь своей жизнью в игре. Так. О, сейчас можно закрысить. Вот сейчас можно закрысить. Тут ребята, вообще изи. Надо крысить. Минус 2 сразу персонажа. Так, Спайк. Ой, Кроу, ты слишком много себе забрал, поэтому пошел знаешь куда. Все, у меня 7 банок, я удачно подошел. Убил Пэм и убил еще Ниту, то есть, зашибись. Минус 2 персонажа. Иногда даже лучше минуснуть персонажа, чем забрать банку. Это очень важно, какое-то место в топе в катке возьмешь. Так, оу, я думал, я Ниту уже добил. Не, ну Нит, ну все, ну давай, до свидания. Так, все. Ага, я понял, Пока, я тебя понял. Пока, сейчас будем Пока минусовать. Так. Не-не-не, все-все-все, поздно ты тимиться начал, братишка. Так. Ну, Пэм я не буду убивать, Пэм все-таки Пока... Тара-тара, ну ладно, получается нам надо сейчас Пока уничтожить, со всеми я затимил, с остальными. Все, минус Пока. И минус Тара. Так, осталось 3 челика. Так, и сейчас уничтожаем. Ну помоги же мне. Она же сейчас отхилится. Так, ну, воробушка, в принципе. Топ-1. Зашибись, еще плюс 7. Фух. Очень-очень крутой персонаж, мне очень нравится на нем играть, если, опять же, руки не из жопы. Вообще, если руки не из жопы, то на любом персонаже играть интересно. Но у каждого персонажа свои там способности, знаете, как на вкус и цвет. Кому-то нравится играть ближним боем, кому-то дальним. Хотя тут игра не будет вам располагать так, что вы там чисто одним персонажем будете играть. Тут постоянно меняются карты, и вас вынуждают брать там дальника или ближника, да, к примеру. Вот, есть карты универсалочки, можно и тем, и тем. Кольт. Не подружимся, да? Блядь, тупо ненавижу отъезжать первым. Вот то, что я в предыдущей катке потел, старался, в этой просто раз и все забрали у меня. Ну, зашибись. Вот вам о чем я говорю. То есть позиция тоже очень важна, да? Где вы займете позицию. То есть вот, я вышел на кольта, и все, и там уже было трудно как-то уйти. Надо всегда держать дистанцию, не идти там. Я вот повелся на центр, мне хотелось больше банок. Вот жадность фраера сгубила, собственно. Не-не-не-не, Спайк, Спайк. Фух, я думал попадет. Я думал попадет. Не, ну Спайк. Блин, я очень сейчас в неудачном положении. Давай, 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 тимимся, тимимся. Все, я, короче, ухожу нахрен. Ну его в жопу. Я опять не хочу первым отъехать. Вот бывает такое. Играешь, играешь, все классно, блин. Папаешь кубки, потом резко бац, два боя подряд сливаешь первым. И все, и минус 14 кубков. Ну ёб твою мать, думаешь, что, сука, не так? Блять, просто бомбит меня, сука, такая хуйня, и, блять, от кольта опять слился. Ебучий ты случай, последним, 10-м уровнем, блять, не, точнее, не уровнем. Опять от кольта, блять, пиздец. Хожу, что-то рассказываю. Блять. Брол Старси очень бомбит, очень. Я не понимаю, как можно тут не бомбить, тут пиздец как бомбит. То есть... Это то же самое, что и рояль, блин. Даже бывает похлеще. Вот, просто в рояль уже поднадоело, а тут интересно играть. Ой, бля, да давай тимиться, придурочная.
Затимимся, дура. А немного ли тебе баночки все забираешь? Давай делись. Брок закрысил. Ой, ой-ой-ой, я случайно. Я на автоатаке случайно. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Все. Найс. Так. Сука. Как так? Все, 7 банок. Нормально. Все, теперь самое главное сейчас позицию держать нормальную. И все. То есть проиграть сейчас на самом деле трудно. Проще выиграть. Но все зависит от того, как ты станешь, как против тебя. Вот опять кольт. Блин, я что-то кольту проигрываю очень часто. Ульту слил за него. Ёханый. Ну ладно, сейчас набьем. С Нитой же в напарниках мы. Так, все отлично. Че? Дай мне. Так, осталось 3. Получается, сейчас кого-то убиваем, и мы с Нитой раз на раз. Джесси. Я бы... Джесси уже там, по-любому. Так, так, так. Джесси без ульты еще, поэтому... Ну все, это топ-1. Фух. Последнюю каточку играю. Блин, вот ролик записываю 11 минут и плюс вроде как не ушел, да? У меня было сегодня почти 400. Но тут иногда надо просто отдохнуть. Так-то как и в рояле, в принципе. Ну чё ты не хочешь тимиться? Ну ёб твою мать, опять первым умирать. Да ну ебать ваш рот. Все, пацаны, пиздец. Такое тоже бывает. Такое тоже бывает. Но 500 кубков я апну. Спасибо всем. До скорых встреч. Пока.